Да, хочу записать обзор по ремонту электроплиты и варочной поверхности с чугунными конфорками. В общем, там проблема была, все конфорки были загоревшие, их заменили на новые эговские. Вот такой переключатель программ конфорок литой. Четыре штуки литые между собой. Тоже вот первые два сгорели. Вынуждена, надо было поменять все четыре. Вот такие пришли под замену, но они раздельные. Только между собой они сдвоенные получаются. Все, сейчас приступим к сборке. Вот распределительная коробка фазы 0. Я уже подвел. И вот на каждую конфорку по 4 провода от каждого переключателя. Так, все, монтаж проводов, всех проводов произведен. Получается, с распределительной коробки фазный нулевой на каждые два переключателя. Вот, с каждого переключателя 4 провода на каждую конфорку и лампочка. Лампочка 1 получается нулевой провод постоянно, а фазный провод вот на каждом переключателе есть пятый контакт. Пятый контакт, он идет на лампочку. Вот он идет как перемычка с одного переключателя, потом вот на второй приходит зеленый проводок, потом на третий и, соответственно, на четвертый. Я сейчас коробку соберу. Подам питание напряжение и будем проверять. Перед тем, как полностью ее собрать, заднюю крышку, надо ее протестировать. С удлинителя подал питание на распределительную коробку, подкинул провода и каждую из конфорочек проверим. Все, вот лампочка зажглась, значит на конфорку приходит напряжение. По всем положениям ее надо будет прогнать. На нуле потухнет лампочка. И вот так все конфорки проверим. Замыканий нигде нет. Автомат не выбивает электроавтомат. Соответственно, монтаж проводов был проведен правильно. Все, капремонт плиты закончен. Нижняя крышка монтирована на место. Капремонт прошел по замене четырех конфорок и переключателей конфорок, также индикаторная лампочка. Все было поставлено новое. Конфорки компании EGO. Переключатели тоже EGO.